Иисусе, мы на самом деле имеем белые одежды праведности, Господи. Это не наши заслуги, это Твой дар благодати, Господь. Благодарим Тебя за милость, за прощение, за оправдание, за вменение праведности Христа нам, грешникам, Господь. Благодарим Тебя. Тот факт, что мы собрались здесь, что мы дышим, мы живем, мы можем радоваться жизни и радоваться в душах наших спасению, это только Твоя заслуга. Господь, особенно благодарим Тебя за то, что Ты совершил свою чудесную, сверхъестественную работу в душе нашей сестры Наташи. Слава Тебе, Господь, за это, за то, что Ты ее нашел, за то, что Ты ее вел, Господь, за то, что Ты ее хранил все эти годы там, в интернате, за то, что привел ее, познакомил ее с нами, Господь. И самое главное, Ты привел ее к себе и познакомил его, ее познакомил с Иисусом Христом, Сыном Твоим, и наполнил ее душу Духом Святым, Господь. Благодарим Тебя за это. И сейчас мы просим, Господь, Твоего благословения, Твоего присутствия, и верим, что Ты здесь, по Своему верному обещанию. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь. Все, можешь. Наташа, ты веруешь в Иисуса Христа, Сына Божия, как твоего личного Спасителя и Господа? Да, я верую. По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.